Добрый день всем участникам 21 сезона международного конкурса Golden Time Talent. Конкурс – это большая ответственность участников, педагогов и, конечно же, родителей. Поэтому сразу же хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом замечательном конкурсе, пожелать в дальнейшем успехов в творчестве и победных стартов. Особо хочу отметить участников в следующих номинациях. Номинация фортепиано. Джоев Сармат. Кристина Кудаярова, Макс Пузыревс, Марина Бондар, София Шерстюк, Анастасия Медведская, Дарина Строценко, Лилиана Емельянова, Кузнецова Александра, Мария Мелехова, Катя Перова, Антонио Бразильеро Джонсон, Шайхуддинова Иркия, Эвелина Ашкеланеца, Зане Ступане, Анастасия Шиш, Азалия Зарипова, Екатерина Мусина, Шайкулова Адиля, Станислав Ченцов, Александр Калинин, Надира Азизова, Диана Верле, Инна Сергеева. Номинация аккордеон. Семен Бацкин, Екатерина Коптяева. Номинация этнические инструменты. Тимерлан Ернат. Номинация рок-бенд. Томшин Бенд. Номинация инструментальный ансамбль. Джоев Сармат Идзалоева Ирина. Марьяна Максименко Мария Тютюник. Септет артистов Белгородской филармонии. Номинация оркестр. Муниципальный камерный оркестр Николаева, руководитель Наталья Личук. Номинация артист-исполнитель. Михаил Бозелев. Антонио Бразильеро Джонсон и Мирослава Цыпка. Номинация композитор инструментальной музыки. Мадаре Мазане, Светлана Емельянова, Елизавета Альбрехт, Владислав Коршунов, Александр Саверский. Номинация композитор вокальной музыки. Мария Егорова, Геннадий Широглазов, Лаурен Наби. Еще раз желаю всем конкурсантам удачи везде и во всем. Верьте в себя, и все у вас обязательно получится.